Продолжаем погружаться в тему инвестирования. И сегодня поговорим о доверительном управлении. Если у вас мало опыта и вы не готовы тратить много времени на инвестирование, хотите снизить риски и получать большую отдачу от вложений в ценные бумаги, то можете воспользоваться услугой доверительного управления активами. В брокерских компаниях работают опытные финансисты, которые формируют портфели из ценных бумаг по определенному сектору экономики. Ежедневно специалист контролирует торги на бирже и совершает сделки с акциями или облигациями, зарабатывая прибыль. И точно так же финансист предлагает свои услуги частным инвесторам. То есть вы приходите в брокерскую компанию, изучаете разные стратегии. Смотрите акции каких компаний включены в портфель, сколько человек придерживаются такой же стратегии, какие риски уже случались и каков размер комиссий за подключение к стратегии. Ежедневно автор стратегии выкладывает отчеты и объясняет, почему совершил ту или иную сделку. Инвестору не нужно ничего делать, специалист все делает сам. Достигнув определенной прибыли, вы можете в любой момент отказаться от дальнейшего участия и вернуть свои деньги. Итак, подытожим. Доверительное управление экономит время инвесторам. При выборе стратегии необходимо изучить досье на финансиста и экономические показатели выбранной им стратегии. Автор стратегии сам покупает и продает ценные бумаги. За подключение к стратегии инвестор платит комиссию.